Вы знаете, что последние два года мы слушали серию докладов в рамках серии «Философия в современном мире». В основном философы рассказывали о том, как они понимают философию. Вот эту серию докладов мы завершили. Вот не в том смысле, что проблема снята с повестки дня, а в том смысле, что это обсуждение перенесется дальше на теоретические семинары, конференции, ну и исследовательские проекты и так далее. А сегодня мы начнем новую серию таких докладов на наших ученых советах вот в рамках общей темы «Философия и наука», посвященных новейшим достижениям в области науки, причем в тех областях науки, которые, ну, как общепризнанно считаются наиболее успешными или, как говорят, прорывными. И сегодня согласился вести докладом наш коллега, академик Российской академии наук, основатель и руководитель Центра биоинженерии. Вот, у меня есть такая, значит, Константин Георгиевич, справка, которую я получил, значит, да, вот, где сказано, это выдающийся наш ученый-биолог, ведущий специалист в области структурной и функциональной геномики, генетической инженерии и нано-биотехнологии. Он выступит сегодня с докладом «Рукотворные генетические программы и будущее человечества». Значит, мы придерживаемся и так согласовали с Константином Георгиевичем обычный наш формат. Значит, 30 минут доклад, плюс-минус 10 минут, да? И столько же, значит, будет отведено время на вопросы и возможные реплики и выступления, если таковые объявятся. То есть вот на эту часть с нашего общего согласия мы отведем час-полтора времени. Есть возражения или нет? Нет. Тогда, значит, мы приступаем к докладу, и я слово предоставляю Константину Георгиевичу. Еще раз повторяю, благодарен за то, что он нам принял на нашу должность. Уважаемый Александр Кириллович, уважаемые коллеги, я должен сказать, что я немножко взволнован, потому что в одном месте такое количество философов, да, для биолога это такая вещь очень специальная. И выступать, особенно людьми, которые занимаются самой важной вообще наукой человечества и самой старой наукой человечества, довольно волнительно, но, несмотря на это, я попробую сделать все, что я могу. Значит, я по профессии биолог, что такое, такой наследственный биолог. Последние 100 лет вся моя семья занимается биологией, и как бы я думаю, что наша семья является демонстрацией эволюции биологии, начиная от классической зоологии дедушки, микробиологии папы, и, значит, теперь я занимаюсь такой популярной биологией. И, с одной стороны, это демонстрирует, как берется развитие вот, биологии, а с другой стороны, такое впечатление, что сейчас и не повезло очень, как я считаю, мы находимся на удивительном рубеже, на абсолютно удивительном рубеже развития просто знаний о живой природе. И произошло это лет 25 тому назад. Я даже сказал так, я попробую, как это ни странно, да, я попробую
многие вещи, о которых я буду говорить о человеке, и мне позволят там, уважаемые мои коллеги, да, я все-таки кое-что о человеке буду рассказывать сегодня, да, вот, там время будет настолько сильно как бы спрессовано, что мы будем говорить о неделях. Результат, который получен с последней недели. Вот там будет несколько слайдов, которые я вам буду показывать. Ну вот, чтобы просто вы почувствовали с вами, что происходит. За последние 3 недели было сделано 4-5 полных генетических текстов человека нового. Да? И похоже, что они могут внести, очень страшно говорить сейчас, потому что вы сами посмотрите картинки, потом похоже, что это может внести некую принципиально новую видение вообще распределения человечества по расам, да? И так далее. Это последние 4 недели. То есть я попробую начать с самого начала и начать с того, что вообще человечество подсознательно находится в состоянии некой отрыва, с моей точки зрения. Потому что есть некая данность, к которой все привыкли, что есть, ну, кто и другой, к кому вы относитесь, значит, либо есть некий творец, либо какие-то вещи, которые эволюционно созданы, это генетические программы. Да, каждый из нас и любая божья тварь, она имеет внутри себя генетическую программу. Да, вот. Каждая клеточка здесь сидящая человека имеет генетическую программу. Да, ну и дай Бог, что мы имеем такую генетическую программу. Нужно сказать, что каждая клеточка вас здесь сидящая имеет одну и ту же генетическую программу. Нужно очень хорошо понимать. Только в одной клеточке читаются одни буквы, а в другой клеточке читаются звуки. Вот здесь такая история. И тут произошла вещь невероятная. Мы научились читать эту генетическую программу. Это вообще было как бы внедрение. Я могу сказать по собственному такой опыт. Я в 76 году, в 78 году работал в Гарвардском университете в лаборатории человека, который научился читать. Кто получил Нобелевскую премию за это. Не только я там работал, но да, он читает, но нельзя. Вот. И когда вы выделяете маленький кусочек генетической информации человека и читаете ее, вот это был такой первый эксперимент, который я сделал, то вообще это вызывает некое такое удивительное чувство, да, когда это был ген инсулина, да, когда вы прочли генетическую информацию человека, которая определяет синтез инсулина. Вот вы своими руками видите, своими руками видите, и так далее. В общем, это была такая вещь, несомненно, эволюционная, номер один. Это 3 нобелевских премии. Да? Мы научились читать генетические программы. И как только мы научились читать генетические программы, я вот немножко подробнее сейчас расскажу, поэтому спасибо. Супер, спасибо большое. Потому что как только мы научились читать тексты, да, абсолютно стало очевидно, что вы захотели переставлять слова. Да? Ну, то есть, вот, если у вас есть текст, то дальше вы хотите его редактировать каким-то образом. И так появилась генетическая инженерия, когда вы можете взять один ген от вас, сложить их вместе и поместить в, например, в микроб. И это тоже генетическая инженерия. Да? И это еще 4 нобелевские премии. И это произвело некую, ну, как бы смещение понятий, наиболее ясно проявляемых в области растений, в самом деле. Вот весь огромный шум, который сейчас идет в мире по поводу так называемых генно-модифицированных организмов, это связано с растениями. Почему-то растения стали вот той точкой, на которую очень много обращают внимание и общественности, и особенно Greenpeace, и так далее, и так далее. Хотя я вам должен сказать, что все витамины, которые вы используете, они генно-инженерно получены. Да? Все закваски прекрасных французских вин, они получены тоже генно-инженерно. Да? Все сыры и швейцарские, и французские, они тоже спрашиваются микробами, которые получены с использованием методов генно-инженерно продолжать. Да? Все лекарства, инсулины, вакцины, все остальное.
Это все генетическая инженерия, и произошло это за 20 лет. Мы научились создавать рукотворные генетические программы. То есть как мы выполняем функцию Творца. Вот то, что было абсолютно не, как бы не досягаемо и абсолютно табу, это то, что человека делает человеком, то, что животное делает животное, растение растением, та генетическая информация, которая записана. Теперь она легко читаема, теперь она легко манипулируема. И в принципе, вы можете говорить, и вся Европа, и весь мир говорит о том, что 21 век, после того, как 21 век начался с того, что мы все это научились уже делать, является веком биоэкономики, да? Потому что мы можем с вами заменить огромные химические заводы, которые делают какие-то сложные химические соединения, тем, что возьмем маленький микроб и заставим его делать структуру, там, правильный порядок генов, то вещество, которое вы хотите. Либо сегодня, несмотря на протесты, которые существуют в общественности по поводу генномодифицированных растений, вся соя в мире, 95%, да, вся соя в мире, она соответственно генноинженерная соя. Она, соответственно, генноинженерная соя, и все мы едим, все животные, все остальные едим вот такую генноинженерную сою, которая значительно дешевле выращивать, которые значительно питательнее и так далее. Последний пример. Я всегда считаю для человечества, потому что это самое интересное, самое опишивающее. Да? Вот. Один из примеров, почему это важно, наверное, и почему ряд людей, включая как вашего покорного слугу, являются активными такими проповедниками этих новых технологий, потому что такой пример. 250 миллионов детей в Азии слепнут, потому что не хватает витамина А. И бельгийцы лет 8 тому назад взяли три гена, три слова, сочетание которых позволяет синтезировать витамин А, и внесли его в рис. Это называется золотой рис. Теперь дальше в Таиланде, на Филиппинах, в Малайзии вы можете выращивать не просто рис, а рис, который содержит витамин А. Таким образом, вы избавляете от 250 миллионов детей, страждущих, от такого заболевания. При нулевой добавке экономики в этот процесс. Вот, как бы, такой, я думаю, довольно яркий пример того, что будет. Последний фильм, который был в прайм-тайм по первой программе, который назывался «Гены Скорпиона», и там, значит, рассказывали какой-то ужас для человечества, сценарий был такой. Это даже не научная фантастика, это просто, я вам скажу, это издевательство журналистов над естествознанием. Значит, сценарий был такой, что есть очень богатые люди, которые могут читать всю генетическую информацию человека и улучшать ее. А дальше есть другие люди, все остальные, которые едят генно-модифицированную пищу и становятся идиотами. И дальше, как бы, гипотеза одного миллиарда становится как бы немножко изменена, потому что если большое количество, небольшое количество, там, скажем, 100 тысяч олигархов, которые занимаются изучением своего генома и дальше его могут исправить, я бы сейчас все рассказываю, все возможно, да? А остальные, как бы, вот эти, они, значит, едят эту генотипу, которая почему-то вредна, значит, нет ни одного данного в мире, что это вредит, да? И они, вот, значит, вот это та аура такая, которая сейчас сопровождает те вещи, о которых я вот хочу рассказать в следующие 20 минут. Да? Значит, создание рукотворно-генетической программы. Это вообще это
Почитайте человеческую историю, когда никто не мог представить себе 50 лет тому назад, что мы можем заниматься не строительством мостов, а строительством генетической информации. Вот. Ну, можно. Как следующее. Значит, какие основные этапы вообще деятельности? Это сотни тысяч фирм, это десятки лабораторий. Это мы немножко находимся, как и в многих других областях, немножко в стороне российской науки. Но вообще это такое, мы с вами знаем, что если вот, мы вчера там совещались у начальства готовы, и оказалось, что на науке о живом мы тратим около 10% бюджета на науку в Российской Федерации, американцы тратят 70%. Да? Как, это говорит о том, какая важность, да, просто информация. Включая медицину, включая. Да? Значит, первое — это чтение генетических текстов. Два слова сейчас скажу. После этого манипулирование известными и создание ранее не существовавших в природе генетических текстов. И третье — это создание органа или организма целого, которые мы как сначала, ну как мы с вами посоветовались на ученом совете, что мы хотим создать, да, ген, потом даем задание, все эти гены собирают вместе, получается новый как бы организм с новыми генами, да? Каждый человек — это индивидуальный геном, вот каждый здесь сидящий человек — это индивидуальный геном. Это было понятно давно, как оно, и там десятки, сотни тысяч лет у нас. Но, давайте мы поговорим о том, вот что такое генетический текст и как устроена эта генетическая информация. Без всякой химии, без всякой, на очень простых примерах. Да. Вся генетическая информация микроба, да, это 2-2,5 миллиона букв. Генетическая информация кодируется четырьмя буквами. Комбинация четырех букв, цепочки, дает вам генетическую информацию. Если таких букв 2,5 миллиона, то это достаточно для того, чтобы микроб жил, и если он хороший микроб, то он занимается тем, что он получает кефир, а если это плохой микроб, то вы можете заболеть чумой. Да? И вот это все записано от двух до 3 миллионов, да, это приблизительно величина книги Льва Николаевича Толстого, да? Книги Льва Николаевича Толстого, там, я точно каждый год не считал, но это приблизительно 2,5 миллиона. Вот, значит, книга Льва Николаевича Толстого по количеству букв соответствует и по информации соответствует той генетической информации, которая есть в книге. Геном человека — это 6 миллиардов. Геном человека — это 6 миллиардов. 3 от папы и 3 от мамы. 3 от папы, 3 от мамы. Всего 6. У каждого из вас здесь сидящих 6 миллиардов букв, которые определяют то, что вы есть, то, что вы представляете из себя. Причем поэтому вы похожи на... Вы должны быть похожи на маму, вы должны быть похожи на папу. Очень хорошо. Значит, это аналог всей библиотеки Ясной Поляны, Льва Николаевича Толстого. Очень хорошо. Можно сказать, что... Теперь, что произошло, вот когда я говорил о том, что мы будем говорить о, ну, сначала годах, а потом месяцах, я изображаю на этой картинке. В 2001 году Билл Клинтон позвал двух ученых американцев, потому что они объявили, что они сделали первый геном человека полностью. Они прочли эти 6 миллиардов букв. В 2001 году они прочли 6 миллиардов. Я что-то непонятно говорю, или что-то непонятно? А? Нет, я готов интерактивно. Значит, это стоило при
приблизительно человечеству от 8 до 10 миллиардов долларов. Значит, в 2001 году был путем первый геном человека. Считается, что это такое похальное событие в истории страны. И стоило это 10 миллиардов долларов. Значит, коллайдер, который сейчас вот построили в Лозанне, в Италии, да, о котором так много говорят, стоит где-то приблизительно 6-7 миллиардов, да, чтобы понять масштаб спросить. Очень хорошо. Дальше проблема заключалась в том, и задача, которая стоит сегодня, что мы хотим делать один геном человека за 1000 долларов в день. Мы хотим делать один геном человека за 1000 долларов за один день. Это будет, к этому этапу мы придем через 2 года. Это значит, что как сегодня в дорогой поликлинике вы делаете диспансеризацию, сдаете анализ крови, сдаете анализ там, мочи и всего остального, вам это будет стоить что, там, 15 тысяч, то сейчас будет еще 15 тысяч, у вас будет полный геном вашей системы. Да. Вот здесь это из последнего журнала Nature. Картина, последний журнал Nature посвящен геному человеку 10 лет со дня сделки генома человека. Да. Это такая статья, где очень интересные написаны вещи. Это за 1 миллион букв. Сколько стоит, в какое время сделать за 1 миллион букв генетической информации? В 5-м году это 1000 долларов. В 8-м году миллион стоит 100 долларов. В этом году миллион букв стоит сделать 1 доллар. Да. Это не фантастика, я потом покажу, как бы. Вообще, зачем все это нужно? Да. Да. Да, ну вот это тоже может быть. Ну, да. Значит, здесь, знаете, как я специально пройду слайды, потому что все ругают технологию. Потому что, как говорят, что нам технологии придумали повод, и за это деньги когда получают. Да? Значит, есть большой правда, да, но о том, что деньги придут. Но я обращаю ваше внимание, цена определение генетической информации точно соответствует уменьшению размера аппарата, который сидится, да? Чем мы приближаемся к уровню 10 нанометров, да? А мы сейчас, мы находимся сейчас где-то вот. Тот геном, который сделал в лаборатории, полный геном человека, стоил нам приблизительно 70 тысяч долларов. Да? То есть мы сделали это за 80 лет, впервые на лазере, все это. Это не мой геном, должен быть другой. Слышишь? И это принято. Значит, вот наша тема. Значит, я еще раз повторяю, что я уверен, что в 2015 году это будет рутина в цивилизованной стране. Я так много это рассказываю, потому что дальше как бы слово будет за вами, потому что при появлении такой информации человечество должно иметь принципиально другую парадигму взаимоотношений между людьми и так далее, и так далее. То есть вообще, я-то думаю, что это будет один из самых больших кризисов вообще в истории человечества, гуманитарных, философских и прочих. Да. Следующий план. Значит, давайте мы поговорим о разных людях. Да? О разных. Вот сначала такой большими мазками. Вот у меня тут написано китаец и африканец. Вот точно мы понимаем, да, что китаец отличается от африканца. Да? Или что, там, я не знаю, белый человек отличается от азиатов. Да, африканка. И поэтому вот в генетическом тексте должны быть какие-то буквы, которые одного отличают от другого. Значит, зачем нам это важно? Ну, во-первых, просто из-за интереса. Да? Сейчас вы увидите, какой интерес это может быть. К чему, каким ужасным выводом могут привести такой интерес. Да? А во-вторых, мы же очень хотим понять, и это основная вещь, почему это делается. Мы хотим понять, какие изменения в буквах, в слове «война» и «мир», да? Либо «война» и «мор», замена одной буквы. То же самое в генетической информации. Очень часто, если бы мы знали о том, что у царевича Алексея была замена одной буквы,
то может быть все бы изменить в истории нашей Америки. Это одна буква, которая меняет целиком и появляется болезнь. Значит, мы хотим делать, это называется ассоциативные исследования. Мы хотим взять геном человека этого, здорового, и геном человека этого, больных, ну, чем-то. Очень модный Эйнштейнер. Чем старше вы становитесь, тем более прочим этим интересуешься. Значит, и очень модный диабет, очень модные кардиологические заболевания, раковые заболевания, конечно, да. Поэтому очень интересно взять несколько людей, выборка должна быть большая, тысячи людей, у которых есть какой-то кардиологический недуг, тысяча здоровых людей, их сравнить. Правильно? Но при этом нужно выкинуть то, что у нас существует. Этническая разница. Да? Вот нам, мы должны этот фон этнический выкинуть, потому что мы подумаем, что если здесь другая буква, у китайца, то это связано с тем, что у него диабет. А в самом деле это связано только с тем, что он китаец. Да? Так вот, мы делаем следующее. И вот видите, у китайца так и осталось все, как у китайца, а у африканца все и осталось, как у китайца, у африканца. Но вот этот африканец здоровый, а вот этот больной. Этот вот, китаец здоровый, а этот больной. То есть, проведя такие вещи, мы можем сказать, что генетическая информация человека предрасполагает к той или другой болезни. Это не приговор. Вот я очень хотел, чтобы было понятно, что это не приговор. Это чисто вероятностная вещь. А людям свойственно, во-первых, верить врачам почему-то, а во-вторых, когда им дают анализы, очень интересно, что мужчины меньше любят делать анализы, чем женщины. Да, они больше боятся. Это очень интересный психологический факт известный. Это во-первых. А во-вторых, женщины, они более энергичны. И есть такой удивительный пример, потому что обнаружены три мутации, которые связаны с раком груди. И как только это было показано, то женщины в Соединенных Штатах Америки, некоторые энергичные феминистки, начали вырезать себе грудь, извиняюсь, и силикон. Потому что у них были эти мутации. Вот таким образом, после такой операции, у вас нет никакого. Значит, вы точно никогда не заболеете этим, да? Но есть абсолютно вероятность. То есть есть там 10% того, что в случае такой мутации вы можете заболеть. Я сейчас говорю, это не приговор в большинстве случаев. Да? Значит, прогноз такой, что через приблизительно 5 лет, сейчас есть консорциум, который занимается 10 раковыми заболеваниями основными, это приблизительно 180 лабораторий всего мира, которые анализируют больных здоровых. Россияне участвуют в этом, французы, большая программа, мы работаем в области раковых почек. И вот тот русский человек, который был, все журналисты написали геном русского мужчины. А в самом деле это один из пациентов, который мы изучаем, у которого рак почек, да, вот так же не скажем. Вот мы это поняли, да, что вообще полезная вещь определяется последовательность. Следующий вопрос. Очень дорого, да? Поэтому после того, как мы знаем все 3 миллиарда букв, да, мы возвращаемся к постимпрессионистам. И понимаем, что для того, чтобы вам издалека видеть полную картину, да, вам не обязательно иметь ее как написанные локтевым, правда, да? Вы можете взять технику квантаристов, и вот каждая из этих точечек, это будет та буква, которую вы изучаете. Не 3 миллиарда, а 1 миллион. Следующий. Вот видите, вот эта точка, да? Если вы делаете с таким приближением, вы видите это. А с таким приближением у вас появляется уже лицо. А с таким приближением это полный геном. Да? То есть, таким образом, вы на этом экономите деньги, на самом деле. Когда вы идете к врачу, и вы говорите, я хочу знать точно, вот там, я не знаю, 1000 различных точек, которые у меня нормальные или ненормальные. Это стоит рубль. Если вы хотите знать полмиллиона, это стоит иначе. Миллион? И вот такие работы делаются, это коммерческая штука, которая во всем мире сейчас делается. Мы ее используем.
для того, чтобы сделать этническую карту нашей многонациональной родины. Значит, Россия очень уникальная страна для таких исследований, да, потому что у нас очень много различных этносов, как вы знаете. И вообще, как бы Сибирь, Алтай является, по всей видимости, принципиальным местом для того, чтобы понять, откуда взялось человечество и так далее, так далее. Очень много интересных историй. И мы решили заняться, значит, так как ученых урбанных биологов немного, да, весь мир это знает, китайцы активно, у них мало, не очень много, индусы, европейцы детально знают каждую деревню, а Россия белое пятно. Вообще ничего не оплачивает. По России ничего не будет. Поэтому мы решили первую вещь, которую сделать, использовать такой метод, да? А метод такой. Вот это синьяк, это постимпрессионизм. А это картинка, которую мы получаем с маленького стеклышка. Маленькое стеклышко. Обычный такой предметный стеклышко. На котором нанесено 60 миллионов точек. И мы смотрим, есть ошибка, нет в этой точке, есть ошибка, нет в этой точке. И поэтому, когда мы видим вот такую картину, мы можем восстановить всю генетическую информацию. Да, я вам рассказываю технологии, потому что как бы, я очень хочу, чтобы вы поняли чудеса, которые мы можем сейчас творить. Да? Это эксперимент двухчасовой. Следующий раз. И что мы сделали? Значит, мы сделали такую вещь. Мы начали собирать вместе с генетиками из Уфы, из Томска, из Новосибирска группы людей определенных этносов по понятным причинам, внешние, там, и так далее. Вообще очень много было работы раньше по биохимии, группа крови и так далее, и так далее. Поэтому более-менее генетика было понятно, как эти группы создать, как это реализовать. Да? Самый большой вопрос был узкий. И мы нашли, к нашему счастью, на Алтае очень большую деревню староверов, которые жили там с момента раскола. И как бы они были контролем того, что мы называли русским этносом. И дальше каждый из этих, каждого этого человека, мы у него анализировали 1 миллион букв. И дальше сравнивали эту букву с этой буквой. И получили такой многомерный, я не буду это долго рассказывать, но получили такую многомерную картину. Да, удмурты, чукчи, ну, все что угодно, это Кавказ. Причем, в самом деле, это полностью соответствует географической карте, что очень интересно. Это параллельно сделали мы и еще группа американцев. И вообще, если вы анализируете уже миллион точек, вы можете даже сказать, к какой семье этот человек относится. То есть вообще это довольно какая-то. Это может быть и прикладное значение в связи с тем, что происходит сейчас в мире. Да? Значит, вы можете точно сказать, какая национальность, какая. Я могу сказать, что я всем рассказываю, мне позволили делать Евгений Павлович, мы сделали такой анализ там, для Евгения Павловича Велихова, для его 70-летия, и он лег точно посередине группы староверов. Вот это было очень интересно, что это, да? Служба контролем теперь для этой интересы. Я точно не скажу сюда, что я смесь младших королей. А дальше все чудеса, которые я хочу с очень большой осторожностью вам здесь показать. Не делай никаких выводов, потому что один вывод сделал Джим Уотсон, который говорит, что ряд, который придумал вот, генетическую информацию, после этого его 2 года не приглашали ни на одну конференцию, сказав, что он расист. Значит, в чем тут дело? Вот это вот все те этносы, которые я показывал раньше. Да? Значит, вот это китайцы и японцы здесь. А это русские. На самом деле у нас, мы довольно далеко находимся от татар и от монголов, поэтому я, опять же, не хочу делать никаких выводов, но, может, Карамзин был не прав. Какие координаты у вас в этой системе? Вы знаете, какая история?
Это довольно сложная вещь. Это одна из проекций многомерной структуры. То есть, если вы берете около полумиллиона точек или миллион точек, да, то вы дальше имеете n-мерное пространство. То есть, если это 500 тысяч, то это 500 тысяч мерное пространство. И сравниваете, как... У нас же есть текст полный, да? «Война и мир», то есть геном человека, правильно? И дальше вы сравниваете букву вот эту, у Якута, с буквой в том же положении, у Чучи, с буквой того же положения у этого, и строите многомерную карту. А дальше это ряд проекций, которые приняты при обсуждении этого самого, при обсуждении и этнических генетиков сейчас, и так далее, и так далее. Да? Выводы при 5 или 6 разных системах позиционирования этой схемы одинаковые. Причем мы ничего нового не придумаем, потому что раньше это было показано на анализе более коротких более коротких хромосом. Да? Ну, то есть, я не хотел, собственно говоря, сложности возникать, потому что у нас есть с вами хромосомы, которые называются аутосомами, которые определяют нас. Кроме того, у нас есть 2 половые хромосомы, мальчик и девочка. И кроме этого есть митохондрия. Раньше занимались митохондрией, потому что это маленькая молекула. А это вот впервые сделана такая карта по всем аутосомам. Да? Но самое интересное, это вот это. Это что? Это африканцы. Я думаю, что все значительно сложнее. Дальше больше. Да? Статья, которая была опубликована 3 недели тому назад, Nature, она была сделана, значит, есть очень интересные, значит, люди изучают бушменов, безумно интересно. Люди изучают бушменов, и вот те картинки, которые я показал по поводу африканцев, это афроамериканец, который был взят, и там еще один. Сейчас известно, в таких подробностях, довольно много этнических этих самых, а теперь были сделаны полные структуры. Были сделаны полные структуры бушменов, которые живут вот здесь, здесь, здесь и здесь, и одного человека из Южной Африке, безумно уважаемого человека, лауреат Нобелевской премии, такой есть архиепископ Туту, который, значит, такой очень известный человек в Африке, и тоже он спросил, чтобы сделать его кино. Естественно, да? Вот это граждане. Это вожди различных племен. А это, соответственно, Нобелевская премия. И дальше произошло еще более интересная вещь. Я сейчас говорю, что это... Я не хочу делать абсолютно никаких выводов. Не дай Бог, что скажу, что да, точно не следует. Вот оказалось, что разница между европейцами это уже сделано по полным структурам генома. Разница между ниггером, африканцем, который там есть, и бушменами практически одна и та же. То есть вывод, который эти авторы пишут, они пишут, что они считают, что это 2 разные расы. Они считают, что это и это 2 разные расы, они считают, что это, которые живут в Африке. А это разница между еще одними. Смысл сейчас в том, что разница между одними бушменами и другими бушменами значительно больше, чем между европейцами и азиатами. Вот как бы Nature 21 ноября 2010 года. Экспериментально. Привет, Вы что? Вообще забавно. Забавно.
Ну, например, одна из вещей, которую я могу сказать, то есть в каком направлении думать, да? В каком направлении думать? А, направление можно думать в таком, что было очень много-много разных существ. В Африке. И они как бы жили там, и эволюционировали. А одна небольшая группа попала к нам. И это можно статистически, наверное, мало немножко данных, но это можно, наверное, статистически определить. Это значит, что мы с европеоиды, азиаты, инки, мы как бы значительно ближе друг к другу, чем к африканцам, а африканцы внутри этого континента имеют разные вещи. Да? Ну, опять же, я говорю, что это нужно быть очень осторожным. Я могу предложить много разных направлений, где тут думать. Но вообще это очень интересно в плане... Это очень интересно в плане... Я бы заканчиваю. Очень интересно в плане развития дальше, как устроены вещи. Вы знаете, что несколько дней тому назад вышла еще одна статья Деревянкина с его коллегами, с его коллегами из Германии, где они в... Это самое известное пещеры, но это деревянку. Деревянку, да. Да, деревянку. Вот. Они нашли там небольшую косточку и проанализировали там генетическую информацию. И они написали в своей статье, что это точно не неандерталец и не хроминированец. Да? Это что-то третье. Значит, мы сомневаемся, потому что там очень большая проблема связана с загрязнением материала, может быть, да? Но зачем я все это рассказал? Да? Я все это рассказал для того, чтобы вы представляли, что это данные последних 3-4 лет. И эти данные последних 3-4 лет, они могут принципиально изменить сейчас мы делаем там геном мамонта, например, да? Там люди сделали сейчас очень интересно замерзшего эскимоса, потому что это хорошая вещь, которая 2000 лет тому назад жил полный геном, и сравнивают его с теми трайбами, которые живут в алтайской, сибирской части с нашими эскимосами, тоже для того, чтобы понять эволюцию. Я думаю, что эти подходы помогут нам, в конце концов, понять, каким образом двигались, мигрировали, да, ну и тут языки еще тоже очень важны. Но мне это не говорит, но карта генетическая точно ложится на карту лингвистическую. Это тоже безумно интересно. Очень хорошо. Это вот... Сейчас, что? Да, но я не знаю. Мы знаем, например, какая одна точная мутация делает исландцев и наших поморов устойчивых к слизи. Да, вот видите. А это я специально хотел показать. Это значит, в конце декабря мы объявили, что в России тоже сделан первый геном, это 8-й геном общий, 9-й в мире. Значит, какой год сделан в Курчатовском институте в моем отделе. И что было безумно интересно, то что сказав, что мы сделали геном, дальше начались литературные соображения журналистов. Например, у русских много полезных мутаций. Черт возьми, никто из нас это не говорит. Да? Это я специально показываю. У русского человека разобрали до последнего дня. Но это ничего, а следующий еще. Да. Расшифровка генома русского человека. Тут написано о том, что не определить, что генетически не детерминировано то, что русские люди очень много пьют. А в последней статье в журнале «Итоги», по-моему, было написано, что академик Скрябин, который вышивал геном, сказал, что русский человек имеет более сильный опорный двигательный аппарат, но у него хуже сердце и интересуется выпить. Почему? Я специально рассказываю, потому что как бы понимали, что мы очень мало знаем. Перед тем, как перейти к последней картинке, не понял. Да вот, знаете, как? Не, 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 не,
Значит, какой прогноз? Прогноз, я считал, что это прогноз, вот эта картинка, которую я показывал двухлетней давности, сейчас не нужно даже брать, для того, чтобы сделать полный геном человека, вам даже не нужно брать капли крови, можно просто клюнуть. Да. Вот мы делаем вот такой анализ, ну, как бы мы и все, кто умеет это делать, анализ по 600 тысячам возможных изменений, связанных с болезнью. Да, это делается за 2 дня, вы просто берете в пробирку, и после этого вам дают результат. Значит, мы должны очень хорошо понять с вами, что, например, есть ген материнства. Да, вот что мы переходим сейчас в такой в конце более сложный. Значит, материя, а в конце я покажу один слайд, который вообще у меня произвел очень сильное впечатление. Это недельные давности результаты нашего коллеги в Америке. Значит, например, вот что такое ген материнства? Умышленно. Есть одна изменение в одной букве, которое приводит к тому, что мышка перестает видеть гнездо. И поэтому здоровые абсолютно мышки, которые у них рождаются, они умирают, потому что у них, если вы пересадите другой мышки, то они будут здоровые и хорошие. Да? И такой ген есть у человека. Функция непонятна. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что абсолютно очевидно, что большое количество поведенческих и прочих свойств, конечно, закодировано генетической информацией. Это не один ген, это комплекс многих генов. Это взаимоотношения и композиция разных генов, разных включений, включений этих генов и так далее. Но это определено таким образом. Теперь вот я хочу обратить ваше внимание на следующие цифры. Самая большая библиотека в мире. Это библиотека Национального конгресса США. Вся информация, которая хранится в библиотеке Национального конгресса США, эквивалентна 20 тысячам геномов человек. Вот просто я хочу, чтобы вы думали, что вы это читаете. Фирма Google, фирма Яндекс определяет сейчас, каким образом они будут оцифровывать эти книги, когда будет создана новая ситуация, это все детские вещи по отношению к тому, что если 1000 долларов будет стоить геном человека, то, несомненно, 20 тысяч людей, одна национальная библиотека США, огромное количество людей будут хотеть сделать себе такое анализ. А дальше, кто владеет этой информацией, и кто умеет ее сравнивать и анализировать, попадает практически в оргоговскую ситуацию. И следующий слайд. Я на общем собрании академии, когда я рассказывал, я показал этот слайд, такой аналитический немножко. И Осип мне сказал, что вы нас не пугаете. Да? Вы нас не пугаете. Значит, в настоящее время существует, делая один геном человека, получается, в институте, мы заняли 85% всего суперкомпьютера Курчатского института на 3 края. Это третий по величине суперкомпьютер в России. Да? Значит, вся библиотека национальная, содержащая все, что написал человек в виде букв, знаков, рисунков, там, графиков, это 20 тысяч геномов человека. Значит, 20 тысяч геномов человека будет сделано, ну, я думаю, что в конце следующего года. Сейчас есть проект 100 тысяч уже геномов человека нового. Я не говорю о животных, о растениях и так далее. Значит, нужно эту информацию сохранять где-то, анализировать и сравнивать. Я обращаю ваше внимание, что если вы будете точно знать не про ген материнства, а про ген агрессивности, так называют, да, конечно, это группа ген, и у вас будет ваш чип, как кредитная карточка, когда вы будете приходить к работодателю. Он будет вставлять ее, смотреть, и вы дайте мне, вы не подходите. И вы будете приходить в страховую компанию, вставлять ваш чип. Вы дайте, вот этого гражданина страховка стоит 100 рублей, а вашего 625 тысяч, потому что у вас там есть такие 8 мутаций, что
Бог привет. Да? И так далее. Это те мелкие вещи, которые как бы на поверхности пролежат. Да? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что обратите внимание, что я здесь изобразил один центр, который есть в Китае. Значит, китайцы делают вещи абсолютно невероятные. Да? Значит, китайцы сейчас и к концу 2010 года, к началу 2011 года будут иметь центр по чтению генетической информации. И самые крупные суперкомпьютеры в мире, они хотят сделать то же самое, что они сделали с текстильной промышленностью. Имея такой огромный центр, этот центр по величине будет больше, чем все центры в мире. Если вы сложите все центры мира, и он будет больше, да? В Шэньчжэне и в Гонконге. Молодые ребята такие, очень энергичные, хорошие. Значит, они говорят о том, что вы мозги, мы мускулы ваши. Да? Присылайте нам вашу генетическую информацию, мы будем ее делать в 5 раз дешевле, чем если бы ее делали. Ну, как они делают с рубашками, брюками. Значит, я думаю, что это об этом надо задуматься тоже. Да? Но кроме этого, есть центр компьютер. Это не самый большой компьютерный центр в мире, в Китае. Самый очень крупный центр по решению этих вопросов в Индии. Бангалор? Нет, не Бангалор. Бангалор мало занимается геномом. Там есть рядом два крупных центра генетических. И сейчас это технические проблемы. Только суперкомпьютер – это как проблема денег. Только, правда? Да? Суперкомпьютер сегодняшнего поколения. Суперкомпьютер сегодняшнего поколения бессмысленен для обработки миллиона геномов. Он бессмысленен, нужно что-то придумать новое. Так же, как и этические проблемы, связанные с тем, как вы будете, они как бы бессмысленны сегодняшние, как этические проблемы, и религиозные проблемы и так далее. Это то, что я вам показал про африканцев, про всех остальных, и что, знаете, можно иначе посмотреть, правда, да? Вот. Значит, есть такой центр, сейчас активнейшим образом делаем. Это мы, в самом деле, то, что сделано в Российской Федерации сейчас, мы, кроме Кембриджа в Англии, мы второй по величине такой центр по анализу генома человека в Европе. То есть, как бы, это было огромное усилие, которое было сделано, и мы, как бы, молодцы. Мы, в самом деле, молодцы. И дальше это Англия, синяя, дальше это Германия, возможно, Франция и два места в Соединенных Штатах Америки. И вот, значит, как бы если я был научным фантастом, я бы сказал, что вот это будет 6 центров, которые объединятся потом все вместе, и они будут, значит, ну, не выглядит страшно вообще, но они будут вот, знать всю информацию про всех нас. Вот такая следующая страница. Следующая. Растения друг друга. И, наконец, последняя вещь, которая является самым большим триумфом. Я все рассказал. Мы умеем читать, мы умеем писать, мы будем скоро делать такие анализы. Геном человека будет стоить точно 1000 через 2 года. Это связано с нанотехнологией. Но есть еще одна вещь потрясающая. Чем мы отличаемся с вами от растений? Пока что. Мы отличаемся от растений тем, что если вы возьмете маленькую клеточку растения, вот эту вот, которая растет на и посадим эту маленькую клеточку в специальную среду, мы из нее, из одной клетки, можем вырастить целый рост. Да? И это очень хорошее свойство растения. К счастью, если мы возьмем одну клеточку мою кожи и посадим ее в специальные условия, мы не сможем вырастить целиком меня. И это преодоленность. Значит, основной триумф, который мы в клеточном делали, все слышат про стволовые клетки, да? Например, не верьте никому, да, значит, это все сначала спрашивают, сколько стоит, а потом боятся про стволовые клетки, потому что 80% людей – это жулики, которые делают, да? В России. Да? Но стволовая клетка – это клетка, которая имеет нулевой потенциал дифференцировки. Что это значит? Это значит, что у нас с вами есть клетки мозга, клетки печени, клетки почки и так далее, и так далее. Генетическая информация же одна и та же. Только почему-то программа создана так, что это стали почки. Программа создана так, что это стал у некоторых мозг, да, и так далее. Значит, мы научились сейчас, это работа конца того года, взять любую клетку,
и перепрограммировать ее так, чтобы она стала стволовой. То есть сделать ее нулевой ствол. Да? Это возможность создания, такого органа протезирования, я бы сказал. Да? Бессмысленно обсуждать проблемы планирования человека. Да? Это вообще как бы это глупая вещь. Вот, мы долго бились по поводу того, что закон моратория был, просто чтобы объяснить, да, значит, Жириновский объяснял мне, что обязательно нужно сделать много Жириновских, и не дай бог планировать Ленина. Я объяснял Жириновский, что Ленин планирует бессмысленно, нужно планировать тогда и Надежда Константиновна, и Арман, и брат, и Саша, и так далее. Очень, это как бы точно даже понимаем, да? Но делать органы, это абсолютно будущее. Это не 5 лет, как в случае того, что я говорил раньше, но это несколько, это будет десятки лет. Это значит, что принципиально новая медицина, персонализированная, принципиально новое отношение к человеку, принципиально новое отношение к знанию о каждом индивидууме, принципиально выбор пар и так далее, и так далее. Говорите про Евгений, пожалуйста, говорите про это. И более, я хотел последний, вот сейчас я хочу рассказать, потому что на меня произвело неизгладимое впечатление. Какими красивыми вещами мы занимаемся, да? Знаете, что это такое? Это стволовые клетки в мозге, да? Значит, когда говорят о том, что последние 2 минуты, это правда очень интересно, и тоже очень трагично все. Это стволовые клетки в мозге. Когда говорят, что в мозге ничего не растет, то это не у всех. У некоторых растет. Значит, вот. Это стволовые клетки, вот эти зеленые, красивые такие деревья, да, это стволовые клетки в мозге. Причем в очень интересном месте следующем, очень красиво. Я бы была такой современной жизнью, как встречу. Безумно красиво. Мы умеем сейчас вставить специальный маркер, который флуоресцирует в специальные клетки. И поэтому вот здесь флуоресцентные метки, вот такой зеленый, помечены только стволовые клетки. И дальше берется срез мозга. Не человека в данном случае, а животного. И смотрите, как это. А теперь схема. Это сделал наш соотечественник совсем недавно. Видите, написано Николов, 10-й год. Это сын академика Николова, был такой наш выдающийся химик Полинач. И Гриша работает сейчас в Полской Харборе, где директор ОМОС и так далее. Значит, что оказалось? У нас есть потрясающий важный орган. Это голова. В голове есть потрясающе важное дело. Да? Это так называемый гиппокампус. Это орган, который в значительной степени отвечает в том числе за запоминание каких-то вещей. И похоже, что запоминание, это очень такая механистическая схема, да, абсолютно. Да. Запоминание связано с созданием нового нейрона. Новый нейрон может быть связан, получен только из стволовой клетки. И вот что оказалось, что у нас с вами есть стволовая клетка, которая делится. Получается две, это умирает. Снова делится это и это. Это умирает, это умирает. В итоге, сделать историю, из одной стволовой клетки может образоваться только один нейрон. А их фиксированное количество. У нас с вами в этой части мозга фиксированное количество стволовых клеток. Это значит, что у нас может образоваться только фиксированное количество нейронов. Это значит, что похоже, что данный человек, который родился, он сможет запомнить столько, сколько у него есть стволовых клеток. Больше нет. И более того, это может в разные периоды жизни. Почему активнейшим образом вы получаете все больше и больше, они делятся в начале. В детстве, да, эти стволовые клетки делятся, поэтому дети быстро запоминают и получают новую информацию. А потом все хуже и хуже, и чем дальше мы живем, тем меньше у нас стволовых клеток. И иногда с памятью плохо. Спасибо большое за ваше внимание. Я перебрал мое часовое время, но я думаю, что это, ну, может быть...